Из какашки выбросьте. Еще подняла кость какую-то, то я чуть не схватила ее, такое вот ребро. Тоже выбросить. Мартыш, пошли. Мартыш, куда ты побежал? Зайчик. Мартик, иди сюда. Какой-то ты сегодня испуганный. Иди сюда, мой хороший. Тай, пошли. Пошли, пошли, пошли. Все, пошли. Мартыш, пошли. Детей, наверное, боишься с этим. Наверное, катаются, но боишься. У нас сегодня хоть погодка сейчас хорошая. Не так жарко и небольшой ветерок где-то. Все классно. Дай, стой, я глашенечко покажу, как он светится. Вот так вот, когда свет попадает, он светится. Также от машины фара будет светиться, будет, когда попадает. Так, сейчас видно. Ну и так его видно достаточно, даже лучше, чем просто. Мартик вообще не видно черный. Тихонечко здесь там пройдемся. Там хочешь, котик? Ладно, пойдем там. Мартыш, пошли. Пошли, мой хороший. Пробуем на таком расстоянии сейчас. О, даже на таком расстоянии. Вот поводок у нас 5 метров. Видно ее. Мартик, иди сюда. Быстрее. Мартик сейчас, ну, в обратную сторону уже идем домой. И он даже не нюхает практически ничего. Хвостик трубой и быстренько бежит. Потому что знает, что домой пойдем. Сейчас вот у этого колодец. Будет он сейчас пописывать из-за него. Он все собачки пописывает. Мартюш, иди сюда, отойди. Отойди сюда. Мартик, иди сюда. Быстрее иди сюда. Все. Вот твой, твой. Ну ладно, пошли. Не буду пустить. Пошли. Пошли, Саночка. Сюда.